Агентство недвижимости и застройщик, международная компания RES Property пригласила Екатерину Варнаву и ее друзей в ознакомительный тур, чтобы показать, что Алания – это рай на земле. Подпишитесь на наш YouTube-канал. Вся недвижимость Турции здесь. На данный момент мы находимся на вилле, которая находится у нас 4,5 километра от моря. 4 плюс 1 планировка, 350 квадратных метров. Сдача виллы, получается, у нас была в этом году. Наверху у нас, получается, идут спальни. Тут на меня смотрит сразу, это гостевая? Да, это у нас гостевая. Здесь у нас идет кухонная зона, совмещенная с залом. Наверху есть несколько спален. Здесь на территории комплекса есть бассейн, крытый паркинг. Здесь, да, внизу, да. И мы можем подняться наверх, посмотреть уже, соответственно, спальни. Господи, как уютно. Так, вот ванная комната. Да. Понимаю, это гостевая, да. Наверху у нас есть также санузлы в спальне. Да. Объектов дается под ключ сразу. Сколько в среднем стоит вот хорошая вилла арендовать там на месяц? Сейчас вот. От 3500 до 5000 евро. С учетом того, то, что месяц? Здесь... Да. Вы шутите? Нет. У вас есть такая вилла? Да. Там внизу у нас, получается, есть сауна, собственно, то есть можно покупаться в бассейне, спуститься, допустим, попариться. Пойдемте. Пойдемте. Здесь у нас, получается, мы заходим, вот у нас собственная сауна. А, супер. 590 тысяч евро. А, конечно, мы заберем. Я что-то прям запамятила, какая сумма. Можем начать, в принципе, отсюда. Да, у нас здесь родительская спальня. Здесь у нас ванная комната. Ой, как мне нравится, что окна в пол. Это просто невероятно. Видовые характеристики у нас идут на горы, на море, на Аланийскую крепость. Красиво. Следом у нас идет еще одна спальная комната. Уже с выходом на балкон. И также здесь уже присутствует у нас ванная комната. Да. Можно поставить вот большую поставить джакузи, большое, да. И видовые характеристики уже идут на всю Алания. Ну что? Берем? Ну берем, получается. А что мне делать? Женька! Я тебя продаю за эту Ну все, виллу. Давайте депозит. Значит, Женька остается здесь на месяц, моет, убирает. Мою все, убираю все. Восхитительно. Звук сверчков, он идет в подарок. Бонусом. Да. Отключить его можно? Конечно, это же умный дом. Очень красиво. Вот это все, я впечатлена виллой. Вот эта вот вся территория, она на данный момент сейчас вся будет застраиваться, потому что у нас есть проекты, которые мы сейчас также продаем на этапе строительства. Строительство, получается, у нас начнется где-то в сентябре, где-то в октябре. И также до 2024 года здесь уже будет совсем другая картинка. И это ничего. Да. Обращайтесь в компанию RES Property. Мы лучшие. Мы лучшие, что ты мог найти. RES Property. Не забудьте подписаться. Самые выгодные предложения здесь. RES Property. Мы лучшие, что ты мог найти. 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 Мог найти. Мог найти. Мы делаем больше, чем обещаем.